Рассмотрим на примере Московской области, где глубина промерзания составляет 1,5 метра. После утепления земли под теплицей переходим к следующему этапу – возведение фундамента. Мы строим опалубку и заливаем бетон. После полного высыхания опалубка демонтируется, и теперь все готово для возведения сооружения. Мы монтируем металлический каркас, укладывая горизонтальные и вертикальные направляющие. Затем приступаем к монтажу остекления. Используем двухкамерный стеклопакет для южной стороны теплицы. После того, как металлокаркас и остекление готовы, переходим к следующему важному шагу – монтаж северной стороны теплицы. Данный процесс проходит в 3 этапа. Сначала мы монтируем первый слой тента. Затем поверх тента раскатываем слой утеплителя Тепофол. Материал избавит будущее сооружение от мостиков холода и сохранит накопленное тепло. Далее поверх изоляционного материала мы вновь укладываем слой тента для защиты материала от воздействия ультрафиолета. Важным моментом является правильная ориентация постройки относительно сторон света. Стеклянная часть теплицы должна быть обращена на юг для накопления солнечного тепла.